Привет, меня зовут Ася, и я постоянно прошу вас писать комментарии с пожеланиями, на какой трек либо клип записать реакцию. В связи с этим ко мне поступило очень много просьб записать реакцию на трек «Бакер. Статус души». Я не буду тянуть, лайк, подписка, гослушать. А, уже 800. Ну что, добьем тогда штуку, да? Убираю. И не занимались бы лицом моей чистой ядом, и при мне на зависть бы ты убила меня градом, когда улыбнись бы, тебя не разлюбить, не занимались бы лицом моей чистой ядом, и при мне на зависть бы ты убила меня градом, когда улыбнись бы, тебя не разлюбить, любить не стоит, любви не достоин. Чувство я не могу построить, будто перепон бингу стоя, словно живой, но с убитой душой. Этот джойнт меня накроет, раненый вой, нечестный бой. Если любишь любовь, тогда люби боль. Терпишь ту боль, то и терпи любовь. Дабы белые больные, меня совсем не стоит жалеть. Ты как последний обрезки сырин, ты как охотник, а я как олей. Меня убей, пуля отправь в шею. Я не смею, шуметь не успею. Тебя согрею, спрячу сейф. Во времени дай бомбу забей. Блин, я не знаю, теперь после трека «Нерей», который вышел в хорошем качестве, мне очень тяжело слушать эти треки. Блин, очень тяжело разобрать слова, но я думаю, что это связано с тем, что в первую очередь плохое качество, плохой звук. Ну, а так все нравится, круто. Не накроет пепел, но небо тушит свечи мои, утонувший в пепел, мои чувства тебе лают, не забыть мне вечер, который по тебе растает, и я не знаю, с тех пор я зависею, не занимаюсь, в лицо мои чувства едут, не при меня зависть, ты убила меня градом, просто улыбнись, тебя не разлюбить, не знаю, как передать статус души, так глубины, как ее потушить. Я твой косяк, ты меня залечи. Я самый весомый кислот тонаши. Сердцу прижав, не отпускать, тебе бежать, тебя обнять. Вот чего хочет моя душа хочет дышать. Я научу тебе верить, вечность буду видеть. Вечность буду вечно рядом быть. Я говорю тебе сердечно, хватит мучить и хватит бить. Позволить тебе лирику, я полюбил тебя выше. Ну а ты мне открыл Америку. Дыхалка проблема, ибо... Конечно, с дыхалкой проблемы столько курить, сколько он курит, и при этом он еще иногда и поет. Я этому уже не раз удивлялась. Вот, знаете, я с одной стороны злюсь, что треков нет в хорошем качестве, и невозможно полностью кайфануть и погрузиться, и тебя постоянно что-то отвлекает, потому что это всего лишь запись с Инстаграма, еще и вообще от какого-то другого человека. Но с другой стороны, я одновременно и радуюсь, потому что мы можем понаслаждаться живым звуком, живым качеством, мы можем видеть, что это не фонограмма, это не автотюн, не прочие-прочие обработки, и это все вживую, и это безумно круто звучит. Ну, Бакер эмоциональный, и это понятно, и мне кажется, вот этой своей харизмой и эмоцией он и завоевывает себе аудиторию, ну, естественно, вокалом, потому что он у него хороший. В общем, я желаю Бакеру все же бросить курить. Вот, а вам желаю хорошего настроения, пишите в комментариях, как вам этот трек, удачи и до новых встреч в новом ролике.